в лице до Ануба, а Ануб и Ионе уже в поле кибу. В принципе, можно и в ДЦ, но проще там в холике раскидываешь ходки нормально на трейде файт. Ну, я убил, лучше скажи, как я хилил. Да блин, тут что смотришь, что ли? Люди живы, живы и нормально. Все нормально. По манне садились одинаково все. Нужно больше ярости. Когда урона надо. Че тут все на расслабоне сейчас идут? Жаль, что нет никакой Луи хилки. Чисто точно. 2-5 есть. И у тебя тренька тоже есть. Ну и фолиант я иногда кидаю иногда. А так там 2-5 отлично ОЕ захиливает. Я видел и более достойных соперников. Почитать, что дает. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. В бой, герои! Ну да, неплохо, в принципе. Там в основном все ходят в 2-2, 4-5 мало, конечно. Ну тут у Пуси есть 25, но тогда Т10 переделывать придется. Кирс, а ты тут? А еще бы в РСК ХМ в десяточку бы попасть с этим паладином. Че, пойдем сходим? Ну че там в десятке? Пояс 271. Пояс? Че, пойдем, да. Сходим? После к Они сейчас сходим, не? Оба неплохо, потому что этот пояс, ну и лучше я для хулипала не нашел. Кто пойдет РС 10 хм? В 25 хм падает. Тоже в РС. Посмотрим. Ну это. А какая разница, кольчужный конем? Ну, да, ну долго ходить за ним придется. Самое я такое... бы сказал бесконечно, потому что я еще сколько хожу, там всем все надо. Я могу даже больше сказать, оно у меня есть уже на моем полотне. Практически весь нонсет 25 хм в РС-ке падает. Плащ, запы, ноги, два кольца. Чешки. Ой, ноги, говорю, ступни. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. РСХМ десятка, чем заебись, что в ней нету трэша. Вот в ней именно в плане четырех лезвий тренироваться заебись для танка тьмы.
вся движуха в 25 гер, конечно, в свету. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к заданию! Сейчас посмотрим, сколько желающих будет. Если будут желающие сразу, чтобы я не ебался там со сбором, то сгоняем. 10 человек, думаешь, несложно. Тем более, РТ, в принципе, рано закончилась, а там десятку принести 5 не наделов. Вот если сейчас кольцо мне упадет, сука, с Аниксии, это будет вообще мега кайф. Почему с десятки? Там же шпиговое кольцо. Охуенное. 25 резистов. Я его наоборот удалил. Они что, вдвоем не одевают? А я не помню. У меня было два, но я не помню, одевал я их вместе или нет. Ну что, 535 перевалить, а ну на... А, ну мне не надо переваливать. А, стоп, 535. Разница будет огромная. Я не помню, сколько у меня резист. Сейчас 535 без кольца не собрать. Это надо зеленую шмотку собирать, ну одевать, которая 79 уровня там, в тайной магии резит. Следующим противником с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Просто там большая разница там. Будет 50% срезка всегда и шанс, что 60% срезка. Топовая хуйня вообще. Тирион, а когда клык прожимаешь, там вообще будет этот, от 515, короче, там будет срезка 60% и шанс на 70%. Ну это вообще имба, короче. Под клыком чисто. На клык выдерживает только 2 стака. Да, ну 2 стака. Считай, на 10 стаках имба клык. А, такой же кольчужный пояс в РС-25 падает. Так, ну короче, 3 милика я вижу. Давайте через рогу играть. И имейте в виду черепок холипал, контрольте. Ну, лок луну, как обычно, на приста хуй забейте. Так, кто там у нас? Русь, пизды, вот там, короче. А, элита, ты в Дисе, да? Притянешь а? Рогу и вбанешь Эш. Фирм, да, сейчас. Погнали. Рогу. Хуярьте треугольник, короче. Отойду пока. Стая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети.
жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Коника. Да. Можешь торбук? Слишком далеко. Во имя темного повелителя. Чем? Ну ладно. Пробуй или... Ладно, пошли. О, ну. Какая часть города? Добрый день. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Вот с этой пухой, по-моему, танчил... Как он, сука, называется-то? Танк, ты... есть скилл, есть. Да. Дань фанатичному безумию и ВК десятка. Получается, там на ачивку одевать надо шмот 245. Вот такая пуха была на танке. А потом другая была на ДКшнике. Топор там что ли какой-то, уж не помню, блядь. С посредством что-то. Парень, кинь пати он на тебя. С ласта, кстати, он падает. Мракрош какой-то, блин. Редвар, пойдешь РС-10 ХМ? Надо сетеки. Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели. А что я там забыл? Чисто зеркануть. Можешь потанчить. Нет такого испытания, которое... Не, я тут, короче, креста качаю, что-то мне... Качаешь, в смысле, он не 80-й еще? Качаю, 20-й уровень. Не рубианцы воздвигли целую империю. Паладина хочу, сука. Под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно... Качай персонаж, вместе побегаем. Ты в танке там, я в хиле и там. Я прокачку не выношу, я не могу прокачку. Я если буду делать себе персан, то это будет стопудово быстрый старт. А потом, скорее всего, поставки. Но я не знаю, куда это будет, когда с этими персами получше оденусь. Прист у меня 230 там левела, блядь. Не, нахуй, я лучше тренер куплю. Кала. Ау. Пойдем похилишь два РБК. Что ж ты? О, кала. Подойти поближе.
Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Даже каску не успел дать, уже бьет. Что привело тебя сюда? Прокачка была хороша, да, она вот в компании хороша. Бля, у меня сала нету. Так вообще. Такая хуйня. Ну смотри, если у тебя типа есть знакомые или хотя бы там. Типа кто в танке, а ты там хилев, то есть. Да, нормально вообще, я знаю. Я, блядь, никогда так не играл. Да, блядь, как-то надо договариваться, это надо вместе играть, блядь. Ну заебись. А еще лучше, когда хотя бы какой-то третий челик есть. Что прям компания, чтобы ты, блядь, сидишь там, блядь, убираешь. Так, пиздец, конечно. Если договориться, типа, чтобы это имело какой-то смысл, там, блядь, ну, типа, блядь, ради компании. Да-да. Так. Сама по себе прокачка, это... Я хуй знает. Я бы, допустим, мог бы выделить, там, не знаю, 3 раза в неделю, там, по часику, например. Ну, максимум, там, хуй знает, 1.5. За день можно прокачать таким способом, ты чё? Парни кобеют вместе с ними. А за день, видишь, это же, это куча времени. Просто если, как вот ты говоришь, типа... Это долго, да. Каждый долго день там по часу, это долго. Да, это долго. И, во-первых, это надо настраивать там у каждого, блядь, свое. Типа ты по часу в определенное время можешь, там, другой, блядь, и в итоге нахуй нихуя. Да, но так, ну, я говорю, это договариваться надо вот именно конкретно с людьми, которые могут в одно время там договориться играть. Или у которых вообще дохуя времени, блядь. Как бы помимо игры-то есть и... Ну, я вот, допустим, сейчас сижу, у меня что? Я... Ну, почти час ночи. Мне как бы похуй, там, могу часик там два поиграть. А то, что там днём там сидеть, блядь, днём-то разные дела. Если посмотреть, у меня на ютубе запись с 5-го уровня идет записи, как я качал вот этого вара своего первого. Тупо на Сирусе. Там, ну, отрезки там по часу. Вот.
Бывало, конечно, что я подряд там 2-3 отрезка записывал, там 2-3 часа. Ну, не всегда. Так, тут какие-то алики. Нужно больше ярости. Кто-то едет там в топях. А вот подошел. Day Advance. Ебать. Ну, Локи здесь, на Левинске. Там уже все. Кстати, Элбрила нету, надо будет Уинсу молить. Хила пока нету. Подошел, я нет. Тут, я вас слышу, да, подошел. Да бегаю тут с аквариумом. Карта у тебя не отображается, да, Кирис, когда встан? В смысле? Через хилбот или через воду хилишь? Воду. Обычную озвучку вставил в Аниксию. Нахуй. Кто знает, как ее отрубить, нет? Кто не знает. Ты что мне объяснял? Открываешь этот ДБМ. Находишь с левой стороны хватка рейда. В твоем случае это... По-моему, Берни, да? Нет. Находишь ее там. Там есть такая хуйня, оповещение. Находишь эту хуйню,
находишь Оню и выключаешь типа помещение. Типа там звук стоит. Ну видишь, что вкладка типа не может. Можно без звука, можно там другие звуки поставить. Ебаное в рот кольцо.